Откуда, барин? Да сейчас из Казани. Помещик? Помещик. Играет? Играет. Вот тебе, красуля, рассказывай все. А вы не скажете барину. Ни-ни, не бойся. Что он, как теперь в выигрыше, а? А вы полковника Чеботарева не знаете? Нет, а что? Недели три тому назад мы его обыграли на 80 000 деньгами. Да коляску варшавскую, да шкатулку, да ковер, да золотые эполеты. Отбой выжиге дали на 600 рублей. А? 80 000! 80 000! Думаешь, нечисто? Это мы сейчас узнаем. Послушай, когда барин остается дома один, что делает? Да как что делает? Известно, что делает. Он ж барин, так держит себя хорошо. Он ничего не делает. Врёшь, чей карт из рук не выпускает. Не могу знать, я с барином всего 2 недели. С ним прежде всё по лужка ездил. У нас тоже есть Герасим лакей, опять Иван лакей. Иван царь, Иван музыкант, Дементий кучер, а на медни из деревни одного взяли. Думаешь, шулер? И очень может быть. А попробовать все-таки попробуем. Господа, а за бумажку спасибо. Матрёне на чепец, да по стрельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жизнь. Всегда что-нибудь приобретёшь, барин пошлёт купить чего. Арман!
стал житье господам на свете. Куда хошь катай, в Смоленске наскучила, поехал в Рязань, не захотел в Рязань, Казань, Казань не захотел. Валяй под самый Ярослав. Вот только до сих пор не знаю, который из городов партикулярней, Рязань или Казань. Казань будет потому партикулярней, что в Казань нет ничего особенного, как мне кажется. А впрочем, хотелось бы мне их обчистить. Господи Боже мой, как бы хотелось. Как подумаешь, право, сердце бьется. Просто рука дрожит, никак не могу бриться. Как же принеси закуски на 4 человека, икры, семги, бутылки, 4 вина, да накорми его сейчас. Пожалуйте в кухню, там для вас приятно.